Сергей Мазанов с детства мечтал стать пожарным. Окончил академию с 2011 года, служит в Ульяновском управлении МЧС России. По словам героя, работа спасателем всегда связана с риском для жизни. В то же время пройти стороной, когда видишь чужое горе, нельзя. Спасти людей, потушить пламя и оказать первую помощь – это смысл жизни майора Мазанова. Мне нравится тушить пожары, спасать людей. И очень приятно, что за меня беспокоятся мои родные, моя семья, жена, дочка, сын. Приятно слышать, можно сказать, горжусь этим, что когда прихожу домой, и сыну сейчас 2,5 года, и вот он говорит, что как папа хочу быть пожарным. Это приятно. В преддверии профессионального праздника губернатор Ульяновской области Алексей Русских поздравил сотрудников МЧС и поблагодарил коллектив спасателей за четкое и своевременное выполнение служебного долга. Благодаря вам и вашим коллегам, жители нашего региона чувствуют себя в безопасности, понимая, что вы всегда придете на помощь, что бы ни случилось. Всего на территории Ульяновской области создано 215 формирований, в которые входят 2274 человека. Они являются основой системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Подвели итоги работы ведомства за текущий год. Так, с начала года подразделения МЧС приняли участие в тушении более 900 пожаров. Оказали помощь на 1000 дорожно-транспортных происшествий, а также на 40 водных объектах. За это время сотрудниками ведомства спасено более 370 человек, в том числе 22 ребенка. Основным приоритетным направлением деятельности были остаются совершенствование нормативно-правовой базы системы управления в области гражданской обороны, защиты населения и территории. Правовая база помогает нам в этом отношении не только своевременно реагировать, но и, соответственно, помогает нам обеспечить население своевременно выплатами и, соответственно, страховыми обязательствами. В завершение праздника особо отличившимся сотрудникам МЧС глава региона вручил государственные и ведомственные награды. Максим Писарев, Юрий Ломатов, Улправда ТВ.